самый сложный период был в спорте, наверное, это 2007 год, когда у меня была травма икроножной мышцы на чемпионате мира. Но самое сложное – это то, что тренер никогда не верил, что у тебя что-то болит, что у тебя травма. Придумывалось очень много разных историй о том, что я на том чемпионате мира продалась Азербайджану. И ну, такие вещи, которые даже мой на то время юношеский мозг не мог воспринять и поверить, что тренер может такое сказать. Потому что даже в мыслях такого не было. Потом при подготовке на Олимпиаду тоже очень был сложный момент, потому что Бессонова тогда попала в больницу из-за того, что нам сказали иметь определенный вес к Олимпийским играм, и Бессоновой, по-моему, сказали 48 килограмм. Это было очень мало, обычно она весила килограмм 52. И она сказала, хорошо, и она перестала есть, перестала пить. И у нее были проблемы с почками. И она почти там за неделю до Олимпиады она попала в больницу. И она не была на проводах олимпийцев, на всех фотографиях, видео. Можно увидеть, что ее не было, потому что она была в больнице. Все подготовки были очень сложные к чемпионатам мира, к Олимпийским играм. Зачастую это было психологически сложно. И если бы к нам был другой психологический подход, то я думаю, что наши подготовки были бы интереснее, веселее и более продуктивнее, потому что нас давили очень сильно психологически, хотя этого можно было не делать. И я в 2008 году на Европе выступила даже лучше, чем на Олимпийских играх, потому что мне на Европе было выступать легче, так как Ирины Ивановны с нами не было. Она, по-моему, тогда была дисквалифицирована. А Альбина Калайна была с нами, но она всегда была с Аней Бессоновой. И у нас был контакт с Альбиной очень хороший. Она знала, что я могу справиться сама, поэтому она всегда была с Аней. И мне было просто легко, я была готова. А на Олимпиаде нас все время и на подготовку нас так сильно мучили, что мы просто ждали, когда эта Олимпиада закончится. Это самое ужасное, я считаю, для спортсмена, что спортсмен должен хотеть поехать на Олимпиаду, ждать первый день на Олимпийских играх, выступать там. А мы ждали уже окончания Олимпийских игр. И вот считали часы, секунды, когда вот закончится наше выступление. Я считаю, это не норма. Психологически с Ириной Ивановной вообще мало кто мог справиться, ну, найти контакт, потому что Бессонова вообще не могла с Ириной Ивановной готовиться, и никогда Ирина Ивановна не выводила даже Бессонову, потому что когда она ее выводила, она вообще все валила, она всегда была с Альбиной Калайн. Ирина Ивановна находила общий контакт с Ерофеевой, это всегда был такой классный тандем. У нас были нормальные отношения, я могла выступать и готовиться к выступлениям и с Альбиной Калайной, и с Ириной Ивановной, но моральная такая давка была с обоих сторон, и это было тяжело выдержать. Я не могу тут выделить, они обе очень хорошо могли вот задавить психологически, но у них своя определенная любовь, которая была ярко выделена у Альбины Николаевны к Ане Бессоновой. Меня Альбина Николаевна очень уважала, это чувствовалось. Ирина Ивановна любила какой-то своей любовью, но превосходство все равно у нее было более к другим гимнасткам. Вот это ярко было выражено. Но я не могу сказать, что я не ощущала какого-то тепла и любви от Дерюгиной Ирины. Это так было давно, но на самом деле тогда самая такая теплая и настоящая дружба – это было с Бессоновой. Мы всегда дружили, когда были в спорте. Она прекрасно знала, что она первый номер, она знала, почему я второй номер. И это менялось очень редко. И даже если было лучше, она принимала это, что я лучше, но у нас вот, ну, вот такая вот ситуация. Меня может успокоить, ну, как бы я сама, мое внутреннее состояние и близкая подруга. Близкая подруга из мира художественной гимнастики, или нет? Из мира художественной гимнастики. Вы живете вместе? Да. Вместе, Аня Бессонова.
со стороны мы почти никогда ни с кем не общались. У нас не было там на то время каких-то там мальчиков, друзей. У нас был только вот этот коллектив. Но мы были с Аней очень близки. После окончания спортивной карьеры я говорю о каких-то проблемах, о художественной гимнастике, что происходило и что происходит на данный момент. Не было даже такого какого-то яркого выраженного конфликта или с Альбиной Кхайной, или с Ириной Ивановной. Там с Ириной Ивановной это одно, но это уже, скажем так, после спорта какие-то были недопонимания, и то сейчас мы находимся в ровных отношениях. Как бы в гости мы друг к другу не ходим. Но проблема в том, что я нахожусь в сфере художественной гимнастики, и ко мне приходят дети, которые занимаются более профессионально в спортшколах и приходят ко мне на индивидуально. Я вижу этих детей, которые, они уже сломленные. Когда ребенок начинает вдруг на тренировке плакать, когда у него что-то не получается, он психует, ну это 9-10 лет, это ненормально. Когда приходит ко мне ребенок, и он вот так вот боится, начинает дергаться глаза. Я смотрю на маму, которая приходит, и мама адекватная. Она, ну, подходит, ребенка своего обнимает, у нее нету такой вот жесткости. Я говорю, что с вашим ребенком происходит? Она говорит, она очень боится там на гимнастике, все время повышенные тона, кричат. И если у нее что-то не получается, на нее тоже повышают тон. И получается, ребенок уже зажатый. А я объясняю, что не может с первого раза вообще что-то получиться. Другие дети начинают говорить, что если у меня с первого раза не получилось, значит, мне никогда не получится. Я говорю, откуда у тебя эта информация? Мне так сказал тренер. И получается, что если бы я не сталкивалась с этими детьми, я вообще никогда не говорила о прошлом художественной гимнастике и на нынешнее, что происходит в художественной гимнастике, потому что я работаю абсолютно с другими детьми, с другими тренерами, с другими людьми, и вообще у меня другая оболочка, там, где детей не обзывают, не кричат, не поднимают руку. Это также касается как и Украины, так и касается это и всего мира. Я вообще в другом мире живу, у нас хороший коллектив, ко мне везде хорошо относятся, уважают, но получается так, что ко мне приходят дети, и я вижу в них проблему. И проблема эта и не в родителях даже, и не в детях, а в тех местах, где они тренируются. Ко мне никогда не поднималась рука, на меня физически никто меня никогда не бил. Ни палочкой, ни тапочком в меня не бросал, ни там палочкой от ленты, никогда этого не было, но я очень часто наблюдала физическое насилие к другим детям, которые тренировались вместе со мной. Я подвергалась, наверное, больше эмоциональному насилию, такому психологическому, потому что, когда тебя обзывают и все время говорят неприятные тебе слова оскорбительного тона, то это тоже есть оскорбление. И в большей части, опять-таки, я это слышала на других детей. Получается, что ты все время, вот я в течение 13 лет жила в какой-то агрессии, жестокости к другим. Ну, ты это все равно слышишь. Ты в момент еще такого полового созревания, как девушка, это очень сложно. И на тебя часто подымался помимо тона, и были оскорбления. А если ты еще стоял в групповом, девочки, которые выступают в личном, и девочки, которые выступают в групповом, это два разных мира. Отношения совершенно разные. Личницы здесь, групповички здесь. И я была и там, и там. И в групповом нам очень доставалось, плюс нам всегда угрожали, что если вы потеряете предмет или плохо выступите, или вы не будете делать там 20-30 прогонов вот сегодня с утра до вечера, то вас выгонят с университета, вас не примут ни на какую работу, и вы пропащие. Ну, грубо говоря, это внушалось постоянно, было такое запугивание. Вот это то, что было всегда и на данный момент есть и сегодня, насколько я знаю. Ну, говорили еще очень много о родителях нам все время, что они воспитали выродков каких-то, ну, типа вот такого плана, что они избавились от своих детей и вот сплавили, вы никому не нужны, вы там нищеброды, шлендры в 14 лет, когда ты, ну, вообще там маленький забитый такой ребенок, и о чем вообще говорит эта женщина, это было, конечно, страшно. И было обидно за родителей, потому что родители бы и хотели внести какую-то лепту, но там же была такая перегородка, в которой родители вообще не могли даже постучать в дверь.
Поэтому вот за родителей мне всегда было обидно, и в дневнике Альбинька, напомню, написала такой текст: «Родители, научите своего ребенка стать человеком». У меня прямо это перед глазами, вот это такой штамп. В общем, я их, в принципе, Дерюгиных никогда не устраивало отношения родителей и то, как они нас всех воспитали. Были такие дети, которые отвечали на какие-то или замечания, или то, что им не нравится слышать в ответ о Дерюгиной Альбинкане или Ирине Ванне. Но, насколько я помню, чаще всего это делала Ерофеева. Она всегда пререкалась, она у нас была такая эмоциональная очень, и ей очень много прощала Ирина Ивановна, потому что она ее безумно любила, и она поощряла такие моменты, которые вообще, ну, это нельзя делать. Кто-то из групповичек мог себе позволить это, но в ответ или наказывали групповичек нагрузкой, или всех выгоняли, а потом давали двойную нагрузку. Ну, я зачастую, наверное, молчала, только стала, когда постарше, и мне говорили выполнить какой-то там определенный элемент, раз 20, например, поворот в заднем седа выполнялся у нас тогда. И я понимала, что если я сделаю 20 раз, то мои бедра отвалятся и спина. Я говорила, я не буду это делать. И я не делала. Были те, кто окей, пускай мои бедра отвалятся, я вам докажу, но я сделаю это. И потом наступали травмы и проблемы. Ну, как бы тут уже, когда ты взрослеешь, пытается проснуться в тебе твое «я», которая тебе говорит, что это ненормально, оскорбление – это ненормально, большая нагрузка – это ненормально, но твое тело чувствует. И зачастую все конфликты становятся с гимнасткой, когда она становится старше. Как бы ни убивали внутреннюю личность спортсмена, с возрастом она все равно пытается как лучик проявляться. И вот когда она проявляется, тренер вообще не может с тобой найти подход. Это огромнейший минус для тренера. Тренер должен найти подход к тебе в нормальном человеческом тоне всегда. Это нормально, но это без этого ты не можешь быть тренером, я считаю. Это в первую очередь должно быть разный возраст, разный подход. Все. У нас этого, к сожалению, не было. Увы. У нас такая гимнастка, она была нашим третьим номером. И в какой-то момент у нее достаточно сложный был характер в том, что она не подчинялась всему тому, что говорилось нам, и надо было это выполнять. Но к ней нужен был ключ, потому что девочка очень талантливая, и из нее можно было слепить, ну, я думаю, намного больше, чем лепили из меня и Бессоновой. И в какой-то момент, я помню даже, где я сидела в раздевалке, где сидела Бессонова была, она и была еще одна девочка. И она такая говорит, я хочу сломать руку. Мы с Аней такие смотрим, типа, зачем? Я не хочу тренироваться. А уйти, вот это тот момент, когда у тебя нет выбора. Все говорят, всегда есть выбор, ты можешь, но ты не можешь уйти. Ты не можешь бросить художественную гимнастику. Тебе, потому что тебе паспорт ни один не дадут, его порвут, порежут, потому что это сейчас ты можешь загранпаспорт сделать любой. Тогда это было невозможно. Тебя выгонят с университета, ты туда вообще не поступишь. И это была реальность, и она могла такое сделать, и кому-то она даже это сделала. Она говорит, я хочу сломать руку. Ну, мы начали придумывать, по-моему, тогда особо еще мы не пользовались интернетом, у нас ничего такого не было. Мы помним, что если на воду положить газету и вот так вот или прыгнуть на нее, или рукой стукнуть, то можно сломать. Ну, мы думали, ванны нету, ничего нету, что же мы будем делать? Она говорит, давайте я подставлю руку под дверь, и меня кто-то ударит. Я вот сейчас это анализирую, это насколько нужно быть ненормальной, насколько в то же время надо быть сильной и уверенной в этом своем желании и точно принять то, что ты делаешь, я сказала, я этого не сделаю, я просто, ну, это не могу. Бессонова тоже сказала нет. Была одна девочка, она говорит, давай я тоже это, я тебе ударю, хочешь, подставляй руку. И вот та, которая ударила, какая у нее была психика, что она может это сделать, это же тоже ненормально. В общем,
ставит руку, и та ей со всей дури вот так бабахает. И девочка не убирает руку. Вот она ее не убирает. Это то же самое, что подставить, я не знаю, руку под пилу и держать ее, чтобы ее отрезали, зная, что ее, возможно, могут пришить обратно. Она потом скрючилась, ей было больно, мы сидели вот с такими глазами, типа, мы были в шоке. Она говорит, очень больно, но, по-моему, не сломала, давай еще раз. И та подставляет еще раз, и та второй раз шандарахается всей силой этой дверь, та опять кричит, ну, та, которая ударяла, пошла наверх на тренировку, а девочка вот с рукой, она вот сидела, была сильная боль, была страшная гематома, вот такая рука была. Она ее не сломала, но сидела в раздевалке. Там, не знаю, неделю она сидела в раздевалке. В общем, такие истории тоже были. Это сейчас можно понимать, что там, где рука, там могло быть и самоубийство на самом деле, чтобы хоть как-то закончить пребывание в этой школе.